Я как бы сказал, что древние украинцы появились 100 лет назад. Украинская национальная идея началась с того, что адвокат харьковский Николай Михновский в 1900 году опубликовал брошюру «Самостійна Україна», где он выдвинул украинскую политическую программу «Єдина, неподільна, незалежна Україна від Карпатії ваш по Кавказ». Вот до этого нет политических украинцев и нет политического понятия Украины. Попытки там объявить князя Олега, Игоря там, или Святослава давнеукраинскими князями, как писал там Грушевский. Но они не были никогда давнеукраинскими князями. Но еще один красноречивый факт. Вообще-то русский язык на территории Украины на 400 лет старше, чем украинский. Более того, Богдан Хмельницкий, вот сейчас все тут упадут в обморок, он ни разу в жизни не назвался украинцем. Был он русским гетманом. Вот, ну вот документы есть 17 века. Ну что, вот я бы и рад был принести что-то другое, но нет ничего другого.